однозначно. Жизнь человека удивительна и прекрасна. Нам дано творить, выдумывать, пробовать и наслаждаться на протяжении всей жизни. И не затрагивая откровенно гнусные вещи, типа война и алчное стремление наживы, заметим. В каждом возрасте и на каждом жизненном этапе есть свои преимущества, осознав которые, можно и дедушкой оттягиваться так, как многим молодым и не снилось. И во всем мире это делают, продлевают молодость всеми известными способами. Ну а мы, как заядлые автомобилисты, не можем не затронуть тему автомолодости. Итак, что вы видите на своих экранах? Ну, конечно же, это один из наиболее передовых, ну, можно сказать, самый передовой автомоечный комплекс. Твой Дадыр. Ну, кроме всего прочего, вы видите мою счастливую рожу. Но счастье никогда не дается так просто. И в результате вот они следы эксплуатации. Вот эти морщины, вот эта залысина, вот этот старый подбородок. Ну, печень свою я вам показать не могу. Но, тем не менее, вот так они достаются. Счастливые моменты. Трехкомнатная квартира, машина и все остальное. Ну и красивая жена, разумеется. А можно ли восстановить и придать моему лицу более счастливый вид? Да, конечно, можно. Это пластические операции. Ну и, разумеется, диета, чем я, собственно говоря, и занимаюсь. Но все то же самое отражается на лице вашего автомобиля. Как только вы выехали за ворота самого навороченного автомобильного салона, вы попадаете под дожди, вы ездите летом, а вашу машину бьются мошки, и в результате счастья на лице вашего автомобиля нет. Но мы решили приехать сюда и попробовать восстановить, а точнее вернуть автомобилю счастье. Итак, что же угрожает внешнему виду вашего автомобиля? Оставим в стороне водил с IQ баранов. Прогуляемся по житейским будням. Грязь, абразивная пыль производства, соль, насекомые, веточки банальные в лесу. И вот оно, царапины и дефекты лака, и главные ошибки. Но не надо одним ведром мыть авто. Хотите себе наговнюкать? Возьмите наждачку, будет быстрее. Насекомых удалять губкой? Тот же эффект. Что, можно кузов натереть полиролью? Так она смоется при первой же мойке. А без подготовки лака это то же, что и натирать гуталином грязные кирзачи. Лучше и надежнее обращаться к профессионалам. А такие и работают в автокомплексе «Твой Дадыр», который рад предложить своим клиентам новую услугу – чистку лакокрасочных покрытий автомобиля «Лакенрингер». Что же такое «Лакенрингер»? Это чистящие средства на основе водной эмульсии, содержащие растворитель и высокоэффективные абразивные части. «Лакенрингер» предназначен для тусклых и сильно поблекших цветных лаков. Он очищает старые поврежденные лаковые поверхности и пластиковые покрытия, проникая глубоко в поры, удаляет грязь, масляные и асфальтовые пятна, отслоившиеся частицы лака, поблекший лак, а также мелкие царапины, остаточные полосы от покраски и лакировки. Возвращает старым покрытиям первоначальный блеск, цвет и красоту. Идеально подходит для предпродажной подготовки автомобиля. Он не смывается шампунем, и поверхность вновь приобретенным блеском рекомендуется законсервировать воском AutoWax, который защищает от воздействия окружающей среды, соли, придает дополнительный блеск лаку, обеспечивает оптимальную долговременную защиту, сворачивает грязь и дождевую воду, не вымывается шампунем. И мы не зря скотчем разграничили места обработки. И вот эффект налицо. Паутинка ликвидируется, а при помощи ведерного теста вы сможете убедиться, как ваш автомобиль надежно защищен и от горе-мойщиков, и от воздействия окружающей среды на ближайшие месяц-два. Теперь случай более сложный. Вы не смотрели автостоп, ни разу сюда не заезжали. Но однажды поняли, что за несколько лет лакокрасочное покрытие вашего надежного друга безнадежно, казалось бы, устарело. А авто даже не прошло рестайлинг и фейслифтинг. А регулярный лифтинг вашего кошелька второй половины не оставляет шансов в ближайшем будущем безболезненно насладиться новым автомобилем. Алярм, трагедия. Да нет. Корректирующая полировка. И опять здесь же. Бога ради, не пытайтесь повторять это сами. Доверяйте только проверенным специалистам и лучше Твой Дадыр. Грамотное и надежное снятие микронного слоя лака фирменной американской пастой с помощью специально разработанного инструмента. Затем подгонка еще более тонкими и надежными устройствами. Одно из которых я увидел в первый раз в жизни. Оно, кстати, выдается только специально обученным сертифицированным центром. И надежно восстановленное, и натянутое покрытие готово принять на себя фирменный мистер Кэповский живительный бальзам, надежно защищающий кожный покров, создание, радующего ваш глаз, повседневно удовлетворяющего ваши амбиции. Итак, вы побывали на двух пластических операциях. Все они бескровные, кстати, и не нужны тут лапароскопические инструменты, все делается поверхностно.
Сколько стоит операция для человека? Ну, вернемся к моей печенке. Плюс донорская печень и плюс 45, ну, 65 тысяч долларов. Пока таких денег нет, поэтому опять же та же самая диета. Сколько стоит, ну, чистка лака? Такая эффектная, помните? Чистка лака стоит 1500 рублей. Сколько стоит корректирующая полироль? Ну, после всех вышеперечисленных ваших похождений, по лесам там, по трассе прокатились. Стоит она 4000, ну и выше, плюс в зависимости от модификации вашего транспортного средства. Что, конечно же, несоизмеримо с ценой покраски всего автомобиля.